Перед выпуском из детского сада и поступлением в школу все дети обязательно проходят медицинские осмотры. Врачи сами выезжают в дошкольные образовательные учреждения и принимают ребят в специально оборудованных медицинских кабинетах, что есть в каждом саду Ленинского городского округа. Это очень важно для наших воспитанников, потому что мы отвечаем за здоровье наших детей, и ведется очень хорошая работа в этом направлении. Каждую весну у нас проходят медосмотры всех детей выпускных групп. Один из первых в списке планового весеннего профосмотра – детский сад «Колобок» в микрорайоне Купеленко. Здесь на днях проверили здоровье более 50 ребят. Педиатр, хирург, окулист, невропатолог, лор и стоматолог. Такой широкий перечень специалистов позволяет полностью выявить нарушения в здоровье маленьких пациентов. Дети должны перед школой быть оздоровлены. Учитывая, какое большое количество детей мы получаем, больных детей мы получаем на выходе из школы, мы стараемся, конечно, количество это уменьшить и стараемся оздоравливать наших детей в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении и в школах. Процедура осмотра не занимает много времени. И несмотря на юный возраст, к делу дети подходят ответственно и с интересом. Доктора хорошие, они потому что всех лечат, и когда пациенты болеют, доктора их лечат, а потом они выздоравливают. Ну тебе не страшно? Нет, не страшно. Врачи отмечают, здоровье детей ухудшилось, увеличилось число заболеваний костно-мышечной системы. Сколиоз, плоскостопие. В большинстве случаев все это выявляется именно на профосмотрах, которые осенью проходят и для ребят постарше, от 15 до 17 лет. Юлия Погосян, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.